вспоминая святителя Филиппа, мы обращаем к нему молитвы, чтобы он предстательством своим пред лицом Божиим сохранил державу российскую от всяких напастей и извне, и изнутри, чтобы сохранялось единство народа, единство церкви нашей, чтобы власть своим приоритетом имела заботу о сохранении Отечества нашего как независимого государства, а одновременно также и о сохранении тех ценностей, которые впитаны в духовную культуру наших людей и которые во многом были созданы, сформированы под духовным влиянием Русской Православной Церкви. Памятуя о подвиге святителя Филиппа, мы сегодня особенно возносим свои молитвы и о властях, и о воинстве, и о народе нашем, дабы в мире, единомыслии, в духовной чистоте и вере протекала наша национальная жизнь, формируя ту внутреннюю силу, которая способна обеспечить полную независимость и свободу нашего народа.